от слова. Я задам тебе вопрос на всю страну. Вам всем задам вопрос. Давай. На всю страну. Чего у вас появилась такая навязчивая идея перетащить Эдика сюда? Кого? Эдика? Вот у тебя навязчивая идея перетащить Эдика в Украину. Зачем? Потому что хочу, хватит 20 лет. Ты сын, подожди, хочу. Подожди. Логика. Ты соображаешь, что ты говоришь? У него семья. Ну так и что, он тоже соображает. Он сказал, я приехал в 18-м году, мама, но нельзя тогда, было потом коронавирус. Мама, не равняй коронавирус. Ты живешь в Африке, подождите. Я еще раз тебе скажу, без Украины. Они давным-давно хотели уехать в Пиренеи. Город как Приазовье, маленький, учебных заведений нету. Девочка заканчивает где-то далеко жить, и один на квартиру родителей. А не лучше было, как Ирочка переехала? Какая Ирочка? Куда переехала? Ты соображаешь, что ты соображаю, говоришь? Ирочка переехала с области в область. Ты же не знаешь, как это, что это стоило переехать. Ты же не знаешь. Ты просто как вот, ой, хорошо вы переехали. Ой, хорошо вы переехали. Скажи, как сама отвечает. Ничего страшного. За что? Нет, школу, нет, это все можно сделать. Ничего страшного, да. Ну, это и решать их. Вы не понимаете, что такое с одной стороны, с другой стороны приехать. На Кубань уехать или куда-то уедет? Зачем? Убирайте с этого Урала. Затем, что минус 49 было. Затем. Подожди. А люди что, так же живут люди на Дальнем Востоке? Живут на Чувашии. Как же, да? Люди живут в Тарифе. В Сургуте там где-то. В Сургуте. Люди живут везде. Чего ты? Что ты его тянешь туда? Объясни. Она хочет, знаешь почему? Объясни. Знаешь почему? Хочет приехать Эдик, купить, они же об этом говорят, купить домик, взять маму до себя и жить вместе с мамой, у нас, с домиком. Деньги, нужно иметь финансы для того, чтобы купить дом. Ну, значит, у них есть. Чтобы приехать, дом надо выбрать, надо жить. Значит, у них есть. Мама хочет жить с ними. Я не знаю, я, а я думаю, конечно, что нормальная мама поехала жить туда вообще. Очень тяжело сейчас жить. Я через день буду возвращаться. Все нормально. А мама Киряма не поедет. У нас плюс 11 было, а в них 34. Лена заработает все баллы сегодня. Все ему комплименты. Сегодня заверюха. Сегодня очень тяжело. Ребята, вы просто себе не понимаете, как он приедет сюда. Вы о детях подумали? Они выросли там. У них свой менталитет другой, они будут в свои учебные заведения учиться, они по-русски разговаривают, придут сюда в Украину, вы о чем вы говорите? А что Диана, не перешла? Какая Диана? Диана, ты о чем ты говоришь? 24 года, мама, она когда школу закончила 8 лет назад. Причем 8 Диана? Лет назад закончила, а Диана училась в русской школе, в русской. А они приедут, они будут учиться в украинской школе, то есть в Харькове есть школа русская, с русским языком, извини, что все предметы. Пусть в Харьков едут. Марине, вот у Марины есть свободный жилплощадь, туда не надо купать ничего, просто туда едут. Это очень тяжело, это действительно тяжело. А ну, Маринка, звоните.